И фактически каждый час был для нас днем рождения. Не дни, а часы. Кто не пережил подобного, не может представить, что здесь творилось. Есть много документов. Подумать только, в этом узком месте применялось 8 тысяч русских орудий, шли танки, и наступало более миллиона русских солдат. И все мы принимали здесь лежа. Это было инферно. Если только подумать, я стал солдатом в 17 лет, недобровольно. Уже в 18 в России меня тяжело ранило. Я думал, что война для меня закончилась. Нет, здесь нас еще раз отправили воевать. Кого только не посылали. 16-летних юнцов и пенсионеров старше 60. И все потеряли жизнь. За кого? Скажите мне. За что?